Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я туда сама в этот раз. Чек покажу в формате чека, а не в электронном виде. И он у меня будет в конце видео. Так что давайте покажу покупки. Итак, вот такая небольшая у меня закупочка получилась. Пёсина моя, как всегда, все посчитала, проверила. Да, Моденечка? Да, скажи, я все проверила. Вот, на самом деле, ездила за кофе и забыла его купить. Ну, это у меня бывает. Так, давайте начнем отсюда. Здесь у меня соки купила, яблочный и гранатовый. И мясо, да, как обычно. Купила куриную грудку на кости. Косточку я обычно на бульон, на суп использую. Вот, а мякоть на какие-нибудь блюда. Также взяла филе минтая без кожи. Я его обычно либо делаю рыбные котлеты, либо как-нибудь жарю там в панировке или запеканочки какие-нибудь делаю. Так что взяла филешку такую. Так, дальше взяла сосиски, вот какие-то клинские. Я не помню, пробовали мы такие или нет, но они были по акции, поэтому я решила взять. Вот такую докторскую колбаску, она тоже была по скидке. Но вот это вкусная колбаска, я ее покупала уже неоднократно. И кусочек сыра вот такой, сыра Богатов, Гауда. Тоже была на него скидка, поэтому я взяла вот небольшой кусочек на 227 рублей. Также здесь у меня всякие соусы, кетчуп вот такой томатный, махеев, кстати, люблю вот всякие соусы, кетчупы. И увидела еще вот такой сырный соус. Мне кажется, должно быть очень вкусно. Вот такой вот. И вот такой майонез сметанный. Я, кстати, вот из всех майонезов, если вот уж готовлю какие-то салаты и тому подобное, предпочитаю именно вот такой сметанный майонез. Мне кажется, ну, он как-то получше, чем обычный. Вот. Это что касается соусов. Дальше. У меня здесь... Самое интересное, вот смотрите, купила сливки себе для кофе. В последнее время очень люблю со сливками, вот такими 10% пить кофе. А само кофе не взяла. Вот, ну вот как так? В общем, завтра заеду опять за кофе. Или мужа попрошу с работы заехать. Взяла вот такое масло. Впервые увидела, кстати. Посмотрела. Сейчас вам покажу по составу. Смотрите, состав масла подсолнечное рафинированное. Какой-то вымороженный, не знаю, что такое, экстракт пищевой, масло чеснока. Там был точно такой же, только с базиликом, то есть я взяла душистый чеснок, вот с базиликом там было написано ароматизатор, а здесь именно масло чеснока, мне кажется, вот добавлять в салаты, то есть здесь тоже написано, видите, подойдет для жарки, также заправки салатов и готовых блюд. Мне кажется, вообще отлично. В общем, вот такое масло взяла. Но вот такую марку вот я впервые беру. Не знаю, попробую, посмотрим. Так, взяла молоко, соответственно, 2,5%. Сливки, как я уже сказала, да, кофе, который не купила я. Здесь взяла вот такую сметану. Не знаю, что это за сметанка. Кажется, это... Белорусская лучше. Но вот я как-то покупала какую-то белорусскую сметанку, только вот не такую. Единственное, что видите, какая упаковка хлипенькая. Вот. Но была как-то вкусная. Вот я помню. Так что вот такую белорусскую сметанку взяла. Десертики моим деткам. Даниссимо. Вот такие творожные. Разные. По две штучки. Масло тоже было по акции. Вот такое масло. Не знаю. Не помню, чтобы я такое покупала. Но, в общем, взяла. Думаю, надо попробовать. Также здесь у меня мука пшеничная. Взяла вот такую лентовскую. Не знаю, что-то я взяла лентовскую. И я взяла вот такие дрожжи. Сейчас, девочки, вам покажу. Очень интересно. Впервые такое увидела. Не знаю, может, до этого не обращала внимания. Вот смотрите. Вот это, кстати, марки мне нравятся. Дрожжи. Такие сухие. Вот эти, да? Вот они обычно вот такие вот продаются. Вот я взяла 3 штучки. И еще взяла по 2, смотрите, для пиццы. Да? У меня же как раз есть рецепт для пиццы. Вот такие, видите, они какие-то с сушеным луком. И вот такие для... С чем это? С ароматом ванили для булочек, для сдобы, видите? Слушайте, ну не знаю, попробую, потом расскажу. Надо будет найти какой-нибудь, может, рецептик. Но для пиццы у меня есть рецепт. А вот для сдобы с ароматом ванили, то есть это что-то надо, какие-то сладенькие булочки сделать. В общем, попробую обязательно эти дрожжи. Ну и обычные взяла. Так, также здесь давайте сразу взяла. Тоже были на акции. Вот такие сухофрукты. Взяла курагу.
без косточки. Такой очень, она такая аппетитная. Взяла грецкий орех, хотела пекан, но что-то пекан не нашла я, поэтому взяла грецкий орех. Очень люблю, конечно, больше люблю пекан, но грецкие орешки тоже. И мальчишкам своим, они у меня любят вот такую сладкую смесь. Цукатами и семушка. Вот такую вот. Так, дальше здесь что еще пропустила? Здесь у меня панировочные сахари лентовские. Вот 79 рублей за килограмм на 45 рублей. Мне надолго хватает. Я их храню в морозильнике, в какой-нибудь закрывающейся плошечке. И здесь еще вот у меня творожный сыр с зеленью. К молочке тоже затесался. Тоже любим. Так, еще из молочки, кстати, вот у меня уже пустая бутылочка. Я купила таких две. Я вообще думала, что это кофе. Попробовала. Очень вкусно, девочки. Прямо обалденно вкусно. Это как, знаете, такие жидкие трюфельные конфетки. Очень вкусный вот этот десерт. Вот один я выпила, второй мой сыночек старший выпил в машине. Очень вкусно. Прям вот я увижу, еще раз обязательно куплю. Вот такой шоколатте называется. Прям вообще обалденно вкусный коктейльчик. Мне очень понравился. Значит, здесь хлеб-булка у меня. Тостовый хлебный дом. Вот этот вот мой любимый. Люблю вот такие хлебцы всякие с овощами от хлебного дома Геркулес. И дарниц, ржаной хлеб вот от Ленты. Так, здесь тоже взяла колечки вот такие, крекеры Яшкино. Кстати, вот эти крекеры Яшкино тоже я как-то покупала, очень они вкусные. Но это обычные такие, хрустящие. Взяла тоже своих мальчишек побаловать вот такие какие-то новенькие, видите, твиксы. Только они выглядят вот так. Я думаю, что будет очень вкусно. И взяла, хочу сделать вот этот десерт. Вот эти вот... Вообще вылетело с головы, как этот десерт называется. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот с такими этими палочками, да? Вот. Также здесь у меня, девочки, куча набрала вот таких штук. У меня берет муж с собой, в машину бросает. Я бросаю себе в машину на перекус вот такие вот всякие батончики. Вот я взяла разные Nesquik, вот такие дуо. И вот у меня с бананом очень любит. И вот эти вот фитнес-шоколад. И вот эти вот. Ну, больше всего нас любят вот эти вот. Они действительно очень вкусные. С шоколадом, с бананом. И вот эти вот. Я люблю вот эти с белым шоколадом. Очень вкусные. Также я здесь взяла... Девочки, не удержалась. Была акция. Взяла шоколадки. Что-то так захотелось вообще. Вот такие с фундуком. «Россия, щедрая душа». Уж больно они как-то аппетитно выглядят, маняще. Вот такие с миндалем. И вот такой даф, но это я лично для себя. Вот это лично будет моя шоколадка с инжиром. Обожаю инжир и, соответственно, ну, вот такую вот шоколадку попробую. И здесь у меня еще в пакете молочный ломтик я взяла. Потом вот такие вот Nesquik, тоже очень вкусно любят у меня детки. И вот эти вот Светлогорье сырки, набрала всякие разные, в особенности вот эту картошку, очень я люблю, очень вкусные сырки, особенно вот я люблю десерт картошка, и поэтому для меня вот эти самые вкусные. В общем, тут у меня целый пакет таких штук. Также немножко фруктов я набрала, взяла, это инжирная хурма по 89 рублей, у меня получился килограмм, девочки, она у меня помялась в пакете, но она безумно вкусная, вот я ее как-то покупала, не в этом году, а в прошлом году, видите, хурма инжирная, очень она вкусная, сейчас помою, съем точно. Также взяла два граната, у нас, в принципе, яблоки, там, огурцы, помидоры, все это есть. Но взяла два граната, уж не знаю, будут они хорошие или нет, по 103 рубля, на 65 рублей, две штучки, ну, почищу, поедим. И апельсины взяла, вот целую упаковку. Также я здесь взяла туалетную бумагу, вот не знаю, надо, не надо, то есть кофе не взяла свою любимую, да, а туалетную бумагу взяла, это обязательно. И вот такие бритвы еще, одноразовые станки и... любимую зубную пасту Сплат. Я взяла вот такую биокальций, у нас еще есть, но на него была скидка, и поэтому я решила, что пусть будет в запасах. И также мне, как мне объяснил кассир, я специально спросила, от 3000 выдают вот такой в подарок в ленте. Вот такой в ленте выдают от 3000, при покупке от 3000 вот такой подарок. Здесь 20 масок одноразовых, 20 штук, представляете? Прям даже очень приятно стало в нынешних условиях. Так, мне кажется, везде должны в подарок давать. Вот, так что вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас вам покажу чек.
И вот сумма составила 5450, скидка по карте 2220. Вот такая у меня получилась небольшая закупка. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую и до новых встреч.